Образ Евгения в поэме «Медный всадник» Александра Пушкина. Евгений является главным героем поэмы Александра Пушкина «Медный всадник». Несмотря на это, его фамилия и возраст остаются неизвестными. Также не называется его место работы, но по некоторым деталям можно догадаться, что он достаточно беден, хоть и имеет, по упоминанию автора, аристократическое происхождение. Евгений часто посещает берег Невы и мечтает о простом человеческом счастье – жениться на любимой девушке Параше и зажить тихой семейной жизнью, воспитывая детей. Поскольку Петербург был построен на болотистой местности и в этом городе нередки наводнения, то одно из них уносит жизнь Параши и ее матери. Случившаяся трагедия лишила Евгения не только возлюбленной и светлых надежд на будущее, но и смысла жизни, а потом и рассудка. Герой сходит с ума, скитается по городу, спит на улице и питается подаяниями, часто терпя побои от незнакомцев, на которые он даже не обращает внимания, потому что его душа все еще предается мукам о случившемся. Находясь в таком достаточно жалком положении и, как обычно, скитаясь по городу, Евгений останавливается у памятника Петру Первому. Евгений – маленький человек, чье счастье было несправедливо разрушено. Он обвиняет в случившемся правителя медного всадника, стоящего на площади. Вскоре герою кажется, что статуя оживает и гневно смотрит на него. Человек в ужасе убегает, слыша за своей спиной стук медных копыт, который преследует его все последующее время. Свою жизнь главный герой заканчивает в безумстве, а его тело случайно находят рыбаки. К берегу острова на взморье прибивает ветхий домишко с бедным мертвецом, которого тут же хоронят. Таким образом, Евгений в поэме Александра Пушкина «Медный всадник» является маленьким человеком, история жизни которого отображает конфликт между государством и отдельной личностью. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.